Чемпион республики по футболу 2016 взял Суперкубок Башкортостана. В это воскресенье городской футбольный клуб «Стерлитамак» обыграл команду «Уфа Молодежная» со счетом 1-0. Автор единственного гола в игре – Ярослав Сафаров. Сегодня вот мы подводим уже, наверное, итог Кубка Башкортостана, чемпионата. Две лучшие команды будут играть. И нужно сказать, что показатель, что «Стерлитамак» выиграл чемпионат. Поздравляем клуб и болельщиков с ярким завершением сезона. Генеральный партнер городского футбольного клуба «Стерлитамакское телевидение», медиапартнеры «Русское радио», «Стерлитамак», «Авторадио», «Стерлитамак», интернет-портал «Сити Опен.ру».